Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией, мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту «Пятерочка». Вчера состоялся успешный старт проекта, все замечательно, стартовал без сбоев, все супер. Заработано у меня здесь 380 рублей уже и на вывод 270 рублей. Сейчас я поставлю денежку на вывод. И продолжу. Вот здесь платежная система Payeer. Вводим сумму. У меня 270 рублей. Сюда мы прописываем кошелек. Проверяем. Нажимаю вывести. Деньги успешно отправлены. Сейчас перейдем на почту. Вывод идет инстантом. Вот при вас видите новое сразу. Так, 0 минут назад. 262 рубля с учетом комиссии Payeer берет. 8.02.20 год. Комментарий. Выплата с пятерочка. Значит, смотрите здесь, что у нас происходит. После того, как мы пополним вход всего лишь, друзья, 55 рублей. Мы нажимаем «Купить первый тариф». Активируем. Далее что? Здесь вот вкладочка «Мои тарифы». Значит, вот. Так, подождите. Вот, первый тариф я активировала. Заработок мой составил 255 рублей. Нажимаем. И вот я стою. Вот мои партнеры. И мне оставалось, чтобы закрыть стол, два партнера надо было. И я сама себе по 55 рублей как бы активировала еще два стола по 55 рублей. И я сама себе закрыла стол. Таким вот образом можно также самим себе закрывать. И я перешла во второй стол. Назад к тарифам. И вот мой тариф номер два. И вот здесь у меня уже встал человек и будет заполняться или отлично приглашенных, или переливом свободные места. И уже со второго стола у меня пойдет реинвест, не реинвест, друзья, а клон за 55 рублей в первый стол. Так, это я вам показала. Здесь вкладочка пополнения я вам показывала. Далее что у меня? Так, мои рефералы. Здесь вкладочка. Можно просмотреть всех рефералов партнерам. Вот. Вот этот человек мне писал, просил, чтобы я ему помогла денежкой. Вот его логин. И он даже стол не активировал. Я ему перевела 55 рублей, или обманул, или что, или просто тупо вывел эти 50 рублей. Не знаю, я видео писала, об этом говорила. Я написала админу, чтобы он мне открыл перевод, еще проект был на предстарте, чтобы я перевела человеку 55 рублей. Я пополняла баланс на 110 рублей. Вот пополнение. Мои 110 рублей. Вот такие нет добросовестные люди. Ну, бог с ним. Может, ему эти 55 рублей нужней. И так вот он не активировал место. Вот, ну, в принципе, на этом все. Приглашаю в замечательнейший проект. Маркетинг, друзья, суперский. Будем работать, зарабатывать. Заливайте себе видео на канал. Ставим реферальную ссылочку. И делимся с друзьями, с партнерами. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.